Приветствую вас, друзья! Сегодня у меня радостная новость. Сегодня моему каналу на YouTube исполнилось ровно один год. Сегодня у нас 14 ноября 2015 год. То есть ровно год назад я первое свое видео залил на YouTube. Это видео было по разборке DVB-T-тюнера, такое маленькое USB-устройство. Вот. И, ну, и с этого дня как бы началась моя, так скажем, карьера на YouTube. Вот. Чего я сегодня добился на сегодняшний день? У меня на сегодняшний день вот, онлайне 1449 подписчиков, просмотров 299320, вот сейчас я смотрю статистику. И на данный момент у меня больше 200 видео залито на канале. В принципе, тематика моего канала, она разная. Мой канал называется «Ремонт ноутбуков», но как бы я его заводил с учетом того, что буду снимать видео по ремонту техники, но как бы жизнь так повернулась, что мне все интересно, я снимаю и про туризм, и я снимаю распаковку китайских посылок, потому что очень много заказов с Китая всех вещей, вот, ну, то есть люди интересуются, и, соответственно, я выкладываю по этому поводу видео. Также вот сейчас у меня такой технический беспорядок на рабочем столе, где я снимаю распаковочки свои, вот сейчас компьютер делать буду, смотреть, что-то с материнкой там происходит. Ну, то есть, в принципе, канал у меня более-менее такой технический для аудитории, скажем так, мужской. Вот. Но есть, конечно, и женщины смотрят некоторые мои видео, может быть, для того, чтобы купить подарки своим вторым половинкам. Много, как бы, видео у меня также по туризму. Люблю я путешествовать, скажем так, на природе, покупаю палатки, покупаю какие-то там снаряжения, фонарики и так далее. То же самое это снимаю, потому что мне это интересно. Вот, поэтому, как бы, ну, через год, вот сегодня год исполнилось, ну, как бы, определенной тематики, к сожалению, может быть, моего канала нет. То есть, это, конечно, для моих всех увлечений нужно создать по-правильному, конечно, несколько каналов, то есть, туризм, там, распаковки, ремонт и так далее. Но я вот решил все вместе это собрать. Какие мои планы, как бы, на будущее? Планы... Прежде всего, приобрести видеокамеру, потому что сейчас это снимаю на фотоаппарат Canon. Стандарт съемочки у меня идет HD, то есть 1280 на 720. Ну, как бы по этим временам, в принципе, неплохо, нормально, скажем так. Ну, хотелось бы уже Full HD, что-то такое. Вот. А когда, допустим, где-то на природе красивые места снимаю, там вообще мне хочется еще и 60 кадров в секунду, чтобы это было все красиво, плавно и натурально. Вот. Планирую Panasonic купить 770-ю модель, ну, там... такой для, скажем так, для начала. Может быть, даже в этом году получится, дай бог, приобрету эту камеру, видеокамеру. Вот. Также вот хочу еще со светом поработать, потому что у меня здесь настольная лампа всегда снимает, где-то там света не хватает. Плюс вот у меня еще обычная лампа стоит, ну, светильник. Вот. Поэтому света бывает не хватает, хочу что-то такое приобрести, светодиодное освещение. Либо на стол, либо там, я, где снимаю. Какие еще, как бы, нововведения, не то что нововведения, какие у меня планы на развитие моего канала? Хочу еще, вот, уже как бы есть, больше половины всего собранного, новый компьютер. У меня сейчас системный блок на процессоре Core Duo 6850, 4 гигабайта оперативной памяти, видеокарта, NVIDIA. Ну, честно говоря, уже морально устаревший компьютер. В 2008 году я покупал этот системный блок. Он меня сейчас устраивает, как, допустим, для серфинга в интернете, в игрушки я особо не играю. Вот, но для видеоконвертации как бы, ну, не хватает на самом деле. Поэтому сейчас у меня вот уже собранный полностью почти компьютер. Не сказать, что он там крутой, хороший, но там 8 гигабайт оперативной памяти DDR3, 3240 i3 процессор. И я еще заказал сейчас на Алиэкспрессе распродажа 11.11, когда была, заказал SSD-диск 128 гигабайт ADATA. То есть, в принципе, я думаю, для конвертации видео, для всего-всего-всего будет подходить второй мой системе, который я соберу. Сейчас же у меня много на компьютере собралось видео, которое, скажем, еще не выкладывал в интернете, потому что, ну, не хватает времени, и компьютер, как бы, ну, не очень быстро работает в плане конвертации. Поэтому у меня видео такие, как бы, получаются спонтанные. Я никогда, скажем так, не заготавливаю текст вперед, никаких не делаю там, ну, вы поняли, то есть спецэффектов, там,
мне просто не хватает компьютера. Если бы это все было бы быстро бы, я бы с удовольствием как бы посидел бы, позанимался, какие-то спецэффекты, заставочки придумал бы и так далее. Сейчас, к сожалению, у меня просто нету технической возможности. Вот. А видео много снимается, все хочется вам рассказать, показать, как бы и для себя на память оставить. Но в то же время вот жду, пока придет SSD-шка, я думаю, до Нового года тоже распаковочку даже сниму. И, соответственно, будут уже, я думаю, в более качественном формате выкладываться видео. Ну и плюс еще освещение вот сделаю. Так что такие дела. Ну, в принципе, хочу себя поздравить, вас поздравить, кто подписан на мой канал, кто просто так мимо проходил и посмотрел это видео с моим годом на YouTube. Планы, как бы, ну, не то чтобы там грандиозные, покорить горы, но развитие предполагается на моем канале. Скорее всего, может быть, какой-то лайв-канал заведу. Ну, посмотрим, как бы, жизнь покажет. Жизнь, увидим, что дальше будет. Всех поздравляю вместе со мной. Вот, спасибо за просмотры моих видео. Комментируйте их, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне очень приятно, меня это мотивирует. Вот, и ждите новых видео, тех тематик, распаковок, электроники, путешествий и так далее, которые будут в будущем. Всем пока, спасибо за просмотр.